Запоя, да. Или выгони из этой страны. Не, сегодня из запоя не выводим. А дело в том, что вы понимаете, какая произошла ситуация. В общем, я вот в прошлый приезд в Белгород, как раз это вот в августе месяце было. Вот, я привез вот кучу этих футболок, вывожу из запоя, выгоняю из страны. И дело в том, что ко мне обратились с письмами производители паленой белгородской водки. Говорят, Дим, ну просто беда, вообще реально начались проблемы с продажами вот крепкого алкоголя, так сказать. Говорят, надо срочно что-то делать, потому что, ну... Остаюсь в стране. Да, поэтому я как бы пока вот они говорят, давай мы вот следующий, давай через раз будем, говорит, давай день, один концерт выводим, а другой как бы наоборот. Да, вводим наоборот, ну чтобы это был баланс, вот, поэтому вот они, собственно, вот это вот все дело и устроили этот концерт сегодня на самом деле, чтобы вы понимали, да. Так что вот как-то у нас сегодня будет все-таки немножечко по-другому. А там я не знаю, может быть все-таки. И кто-то выйдет все-таки сегодня. Давайте я, наверное, сейчас уже, раз у нас такая пошла, это лирическая часть, давайте я еще таких вот спокойных песен вам сыграю. Thank you.
спасибо Вене Дыркину.